интернет-магазин – удобный и привычный способ совершать покупки. Теперь этот сервис доступен и в гипермаркете «Глобус». Клиент выбирает продукты и товары на сайте, оформляет заказ и забирает его из гипермаркета в любое удобное ему время. В первую очередь мы отслеживаем тенденции рынка интернет-магазина в области продуктов питания. Мы считаем это достаточно перспективный рынок, поэтому мы стартовали наш интернет-магазин здесь, в гипермаркете «Красногорск». А на данный момент у нас уже 27 тысяч товаров в ассортименте. Ассортимент у нас включает собственное производство. Цены у нас такие же, как и в гипермаркете. Не только цены, но и все акционные предложения 100% транслируются в интернет-магазин. Когда сотрудники «Глобус» собирают онлайн-заказы, процессом комплектации руководит ВМС-система, разработанная компанией «Axelot» и адаптированная под требования гипермаркета. У нас нестандартные процессы. Компания «Axelot» нам предоставила эту гибкость, которая нам нужна для комплектации внутри торгового зала наших процессов интернет-магазина. Проект действительно очень интересный. Само по себе появление остатка в системе ВМС после отбора уже уникально. Именно возможность нестандартного использования системы ВМС помогло решить задачи заказчика и в очередной раз подтвердить, насколько важна экспертиза проектной команды и индивидуальный подход. Перед началом работы сотрудник входит в систему, сканируя свой бейдж. После авторизации он получает задание на комплектацию. Каждый контейнер, в который собирается товар, закрепляется в системе за определенным заказом. Одновременно работник собирает несколько различных заказов. В гипермаркете все продукты, в зависимости от их свойств и условий хранения, размещены по различным зонам. И сотрудник отбирает товары в заказы только из определенной зоны. Система указывает ему, к какой ячейке подойти, какую позицию взять и в какой контейнер положить. После того, как последний товар в зоне был собран, система отправляет работника в специальное помещение, где он раскладывает контейнеры по ячейкам. Здесь также сохраняется адресный принцип хранения. Такой подход позволяет распределить продукты и товары в соответствии с требованиями хранения до самой выдачи покупателя. После того, как заказ полностью скомплектован и размещен в контейнерах в соответствующих ячейках, ВМС-система отправляет оповещение, что он готов к выдаче. Мы выбрали компанию «Axelot». Мы смотрели на высокую компетентность сотрудников, которые могли бы внедрить эту систему, ну и также проконсультировать нас в неких вопросах, так как проект, в принципе, для нас был новый. Длительность проекта составляла порядка 6 месяцев. Проект состоял из 4 этапов. На первом этапе мы разрабатывали технологию и концепцию работы интернет-магазина в системе ВМС. На втором этапе мы заложили эту концепцию в настройку системы и в разработку необходимого функционала. На третьем этапе было обучение пользователей и прием сдаточные испытания. А на четвертом этапе была запущена ВМС в самом гипермаркете. В целом проект у нас был своевременно сдан, и мы развиваем эту систему. Эта быстрота нам дает возможность расширять и улучшать наши сервисы в будущем. В гипермаркете «Глобус» есть специальная зона для выдачи интернет-заказов, попасть в которую можно как со стороны торгового зала, так и с улицы, непосредственно с парковки. Для получения заказа покупатель вводит на терминале его номер, либо номер своего телефона, и комплектовщикам поступает сигнал к выдаче. ВМС-система указывает, к какой ячейке подойти и какой контейнер выбрать. И сотрудник по очереди обходит все зоны, собирая заказ. Клиент при желании может и отказаться от каких-либо позиций. На данный момент, после работы, мы можем решать все вопросы с данной системой не только стандартного процесса, да, но еще какие-то нестандартные процессы, которые у нас возникают в ходе работы интернет-магазина. Благодаря внедрению ВМС-системы и плодотворному сотрудничеству в гипермаркете «Глобус» удалось добиться лучших временных показателей выдачи интернет-заказов.